Торговая группа «Журавли» и телеканал ТНТ «Чита» представляют. Торговая группа «Журавли» представляет натуральное, живое, пастеризованное молоко «Простоквашино». Лидеры продаж в России. «Простоквашино» – самое любимое в России. Зимнее безмятежье сменилось все нарастающим темпом мелькания дней. Это потому что весна, это потому что май, это потому что скоро лето, и надо так много успеть. Тем более возможностей и идей с каждым днем все больше и больше. Главное не сидеть на месте. С вами энергично познавательная программа «Читай инструкции по городу». Здравствуйте! Наш генеральный партнер, торговая компания «Журавли», представляет на рынке нашего края натуральное, живое, пастеризованное молоко «Простоквашино». В России его любят. Пейте и будьте здоровы! Каждая хозяйка знает, что запасы молока в доме нужно пополнять регулярно. Ведь молочные каши незаменимы на завтрак, а картофельное пюре на молоке, как ни крути, вкуснее и нежнее. Это пойдет на выпечку и куда-нибудь еще. Отборное и топленое будем пить. Закваска – что-то новенькое. Возьмем на пробу. И ты, читинец, поспеши попробовать совершенно новый кисломолочный продукт. Запомни, эта закваска полностью готова к употреблению. И ее не надо добавлять в молоко, чтобы его сквасить. Просто наливай да пей. Главные потребительские свойства, а именно натуральность, свежесть, мягкий и нежный вкус, возьми на заметку. Срок годности 14 дней. Закваска «Простоквашино» – действительно уникальный напиток. Ведь он содержит молочных бактерий в 10 раз больше, чем обычно бывает в кисломолочной продукции. Похоже на кефир, но не кислое и не сладкое, а мягкое. Или больше на натуральный йогурт. Я, наверное, еще попробую. Наш город маленький, но зато с большой историей и многочисленными достопримечательностями. Площадь Ленина, областной драматический театр, улица Шилова, 100. Всем известный торговый центр прочно вошел в список мест, которые нужно обязательно посетить, оказавшись в Чите. За 5 лет своего существования он не стоял на месте, а постоянно развивался. И на сегодняшний день является одной из основных площадок города в праздничные дни. Кроме этого, горожане спешат сюда на выходных и в будни. Пожалуй, только здесь представлено максимальное количество федеральных марок. И это не хвастовство, а простая констатация факта. Всевозможные магазины, от одежды и игрушек до бытовой техники и живых цветов. Продуктовый супермаркет, рестораны практически на любой вкус. Турагентство, солярий, салон красоты, развлекательный комплекс для детей, автомойка, химчистка. Всего 82 локации шопинга и развлечений на площади чуть больше 13 тысяч квадратных метров. И это маленькая толика того, что с гордостью готов вам предложить торгово-развлекательный центр города «Макси». Вдруг из маминой спальни кривоногий и большой выбегает... Диван. Ну какой еще диван? Ну а что же еще? У нее из кривоногий в комнате только один диван остался. Дабы и ваша мебель не стала предметом насмешек и упреков, меняйте ее на новую вовремя. Тем более сейчас для этого есть все возможности. Главное – определиться с цветом, фактурой, объемами и функциональностью мягкой мебели. Диваны с внушительными формами, в сочных оттенках, впишутся в интерьеры свободные, светлые. Малогабаритные же, в стиле минимализма, станут мягким акцентом квартир с более скромными квадратными метрами. Сеть салонов мебели «Карина» кроит диваны, кресла, мягкие уголки с учетом всех капризов и по индивидуальным заказам. Более того, предоставляет на мебель кредит без переплаты. Но от большого и кривоногого мы уже избавились. Кто там следующий по книжке? А об этом в следующий раз. Хорошо? Радует, что с каждым годом количество велосипедистов в нашем городе увеличивается, причем кратно. Скоро, если дело пойдет такими темпами, то на летний период на дорогах надо будет выделять отдельную полосу для велосипедов, как это сделано во многих городах и странах, чтобы все было чинно и солидно, а главное – безопасно. Как ходить в очках для зрения в солнечную погоду?
тем более водить автомобиль, ведь приходится постоянно щуриться. Можно попробовать носить две пары сразу, но это не совсем удобно. Каждый уважающий себя очкарик должен знать о фотохромных линзах, что в народе зовутся хамелеонами. Они изменяют степень своего затемнения в зависимости от интенсивности солнечного света. В помещении очки остаются бесцветными, а на улице полноценно заменяют солнцезащитные с диоптриями. И такие линзы вы можете поставить абсолютно в любую оправу. Всем остальным хорошо видящим читинцам настоятельно советуем скорее защитить глаза от ультрафиолета. Вам в помощь новые бюджетные коллекции солнцезащитных очков, в том числе детские и специальные для водителей. Салоны «Оптика-36» желают вам здоровья и ясного зрения. И именно поэтому акция «Получи свою первую пару контактных линз бесплатно» продлена. Чтобы стать обладателем бесплатных линз, достаточно встать с дивана и отправиться на прием к окулисту. Выбор освещения – весьма важный этап в процессе создания интерьера. Ведь всего один штрих, и ваша комната способна преобразиться. Инструктирую о том, как создать особую атмосферу с помощью люстры. Стилизованная люстра со стальными кругами на цепях, с розетками и лампами, имитирующими свечи, способна перенести вас в викторианскую эпоху замков и роскошного убранства. Вы сможете почувствовать себя особой королевских кровей. В случае, если вы желаете, чтобы ваша квартира стала не просто красивой, а еще и располагала к отдыху от городской суеты, вам подойдет современная стилизованная люстра. Для того, чтобы ваши дети могли погрузиться в сказочный мир, выбирайте люстры с регулятором интенсивности света. Они помогут создать волшебную атмосферу, которой будут рады не только дети, но и взрослые, ведь никогда не поздно вернуться в сказочный мир. Приобрести люстры, которые создают атмосферу, вы можете в магазине, где начинается свет. Светомания на Чкалова 25. Когда возникает необходимость в покупке спальни, стенки или дивана, многие читинцы сразу же отправляются в проверенный дом мебели. И правильно делают, поскольку предлагаемый ассортимент позволяет сделать реальный выбор и при этом сэкономить время. На трех торговых этажах и вы без труда сможете найти именно то, что вам нужно. На первом представлена мебель, способная привнести в жизнь наших малышей еще больше комфорта. Помимо детских, мягкой и корпусной мебели, здесь выставлены шкафы-купе. И перед вами как раз новинка итальянского производства. Второй этаж порадует эксклюзивными матрасами серии «Фитнес», а также всевозможными моделями спален, стенок и мягкой мебели от российских и итальянских фабрик. Обратите внимание на эту кровать. Как видите, Италия – это не обязательно дорого. А вот третий этаж – настоящая гордость дома мебели «Ренессанс». Все, что здесь выставляется, тщательно подбирается в Италии. Ищите мебель на ваш вкус и достаток в «Ренессансе» на улице Шилова, 89. А как приятно прийти в парк стадиона Сибво и наблюдать там практически каждый вечер настоящее культурно-массовое мероприятие, которое я про себя назвал бы «забег за здоровьем». Эти люди, которые бегут, думают о своем будущем, и нам есть чему у них поучиться. Времена, когда для работы на садово-огородном участке применялись примитивные орудия труда, уходят в прошлое. Если ты, читинец, до сих пор копаешь огород лопатой, помни, что такое тяпка и копоролька, смотри инструкцию и запоминай. Мотокультиваторы – техника, предназначенная для выполнения целого спектра агротехнических операций. Мотоблок. Сам по себе мотоблок может только рыхлить землю, но, используя навесное оборудование, можно значительно расширить его функции. Вспашка, баранование, окучивание, выкапывание картофеля, покос травы, уборка листьев и грузовая транспортировка – со всем этим мотоблок справится качественно и в короткие сроки. Также его можно использовать как электрогенератор, водяную помпу и даже как снегоуборщик. Все зависит от подключенных к нему устройств. Культиватор выполняет те же функции, что и мотоблок, но является более компактным устройством. С его помощью удобно работать в теплице, на грядках и клумбах. Приобрести этих замечательных помощников от проверенных производителей ты можешь в центре инструмента «Верхоленский». Я часто привожу в этот салон своих знакомых невест, но у нашей сегодняшней героини совсем другой повод. Привет, Настя!
Привет. Расскажи нашим зрителям, зачем мы здесь. В этом году у меня выпускной в школе, и я уже думаю о вечернем наряде. Правильно делает Настя. Чтобы выбрать то самое платье, она примерила несколько разных образов. Что скажешь, молодым и красивым к лицу абсолютно все. Теперь ставим задачу. Если ты хочешь быть на выпускном принцессой, не задумываясь, бери пышное с несколькими слоями фатина и шлейфом. Практичнее же окажется длина мини до колена или чуть выше. А эти струящиеся платья в пол создают сказочный образ как раз для юной девушки на ее первом и таком важном балу. Здесь, в салоне «Свадебный рай», можно подобрать и некоторые аксессуары к наряду. «Свадебный рай» приглашает в гости всех выпускниц и традиционно невест. На свадебные платья действует скидка 50%. Впереди у Насти еще много приятных хлопот, но с основной задачей мы, по-моему, справились на отлично, да? Страшный сон, страшный сон, страшный Чего? Сон. Мне приснилось старая, некрасивая, неудобная мебель. И? Спешу убедиться, что она в далеком прошлом. И ведь действительно убедилась. Попав в мебельный салон, дежурная пришла в восторг. Чего здесь только нет. Модульные спальни, детские, гостиные, прихожие. Не зря современные дизайнеры утверждают, что модульная мебель – это лучшее решение всех мебельных вопросов. А производители представляют настолько привлекательный ассортимент, что не верится в то, что люди когда-то обходились без этого домашнего конструктора. Главным плюсом модульной мебели является возможность выбора. Вы сами решаете, из каких предметов будет состоять ваш интерьер. Модули могут быть абсолютно разными по высоте и глубине. Их количество может быть ограничено только фантазией покупателя и имеющимся пространством комнаты. Ну а если подбирать мебельные модули самостоятельно вам не по душе, то можно приобрести готовую композицию. Существует мнение, что приобрести недорогую модульную мебель, отвечающую всем вашим требованиям, сложно. Возможно, но только не в мебельном салоне Дядькова. Ведь весь май Дядькова дарит клиентам скидки на всю модульную мебель из коллекций Style и Melody. Если не давать себе лениться, то можно найти массу достойных занятий. Поэтому включаем свою голову и айда на улицу нашего города. У телевизора еще насидимся. Вот досматриваем нашу программу и вперед. Все девочки знают, что без платьев обойтись нельзя. Читинка, чтобы быть в тренде в наступившем сезоне, смотри и запоминай. Этим летом актуальны платья с оригинальным поясом, изящно подчеркивающим изгибы фигуры. По-прежнему актуальными остаются пиджаки. С их помощью можно изменить любой образ до неузнаваемости. Платья с принтами будут также модными в наступившем сезоне. Небольшие рукава и длина чуть ниже колена – такие платья понравятся женщинам с аппетитными формами и женственной фигурой. Деним – вечный материал, никогда не выходящий из моды. Будет актуальным и в летних моделях 2013 года. Прохладными летними вечерами и в непогоду отличным модным решением станет оригинальный плащ. Тем более, что в магазине «Модный сезон» на них действуют привлекательные скидки. За обновками приходи на Петровскую, 35. «Модный сезон» ждет тебя. Они не читают глянцевые журналы и фэшн-блоги, не следят за тенденциями, но при этом чувство вкуса у них в крови. Наверное, это и объясняет тот факт, что большая часть известных брендов родом именно из Италии. В этой инструкции мы представляем вам очередную новинку. Речь идет о молодой, но при этом очень популярной марке. Женщины, разбирающиеся в моде, выбирают ее за безупречный стиль, качество и соответствие самым актуальным тенденциям. Одежда прекрасно подчеркивает плавные изгибы женского тела, создавая манящие женственные силуэты, которые неизменно притягивают взгляды мужчин. Но главное достоинство марки заключается в следующем. Ее вещи универсальны, они неизменно стройнят, и их может позволить себе женщина с любым типом фигуры. Особое внимание стоит уделить платьям этого бренда. Элегантные из натурального шелка, струящиеся из шифона. Они помогут воплотить в жизнь самые невероятные образы. Марка Дина Чезари. Эксклюзивно для вас в Дэн Фэшн. На Бутина, 18. Будьте активны, оставьте хандру и грусть для других времен года. А сейчас весна, сейчас жизнь. Вот и живите. С вами была программа «Читай инструкция по городу». Меня зовут Денис Седов. Обязательно увидимся. Пока.
Одежда для мужчин. Всех возрастов, всех размеров. И на все случаи жизни. Отдел «Пижон», торговый центр «Галерея», цокольный этаж.